Всем привет! Сегодня у нас посылочка из Китая, если честно, не знаю, что здесь. Ну, такая цивильненькая коробочка. Такая пришла, сейчас распакуем, посмотрим. Ну, ты не обращай внимания, это меня кошка поцарапала и покусала. Секса хочет кошка. Надо выкинуть ее на улицу. А здесь у нас написано Custom Delegations, maybe open official. Так, здесь у нас подпись. Ну, если честно, очень интересная такая коробочка. Мне не приходило из Китая в таких коробочках ничего. Обычно все в пакетиках приходит. Ну, если там крупные посылки, то, ну, вот планшеты, там электроника, то в таких коробочках, правда, побольше. Ну, давайте сейчас вскроем и посмотрим, что в этой посылке. А в этой у нас коробочке оказалось стекло для айфона защитное. Вот такое вот стекло. Надеюсь, скоро приклеим видео, обязательно выложу и вы посмотрите. Ну, на первый взгляд, очень даже ничего такое. Стеклышко. Покупал за 70 рублей. Шло где-то дней 30, наверное. Не больше, не меньше, где-то 30 дней. Вот такая вот коробочка. Вполне себе очень даже ничего. Коробочку оставлю, чтобы сюда буду ложить. То у меня много чего на столе валяется. Это некрасиво. iPhone 5s, напоминаю. Вот такое защитное стекло. За сущие копейки купим. Ссылочку оставлю, как всегда, под видео. Подписываемся на канал, ставим лайки. И всем до новых встреч. Вот и настало время наклеить защитное стекло на iPhone 5s. Посылка уже у меня лежит вот здесь на столе. Дня 3-4. Все как-то руки не доходят. То мне некогда, то что-то еще. Сейчас снимем чехол и будем клеить. Надеюсь, я не запорю, как эту пленку защитную. Все. Отклеиваем пленочку защитную, потому что я ее запорол. Покупал я ее не в Китае, а в Ашане. А вот защитное стекло я покупал в Китае. Так, это у нас что? Бэк. Давай. Надеюсь, не запарю. Ты такой человек, блин. Как это говорится-то? Так. Человек ходячий. Недоразумение. Ну вот, вроде бы все приклеил ровно. Смотрите сами, за 3 секунды буквально. Сейчас вытереть только остается. И сейчас вытерем телефон. Чехол я тоже убрал, чтобы не мешался, потому что я пленку когда клеил защитную с чехлом, и у меня, наверное, из-за этого воздух туда попал, и были вот такие вот неприятные пупырки. То есть здесь вроде бы все ок, приклеился, стал как родной. То есть сейчас, по идее, телефону не страшен и упасть на дисплей, и ничего. Ну, вот такое вот стеклышко. Обязательно оставлю ссылочку. Подписываемся на канал, ставим лайки и всем до новых встреч. Пока-пока.